Товарищ Путин бесстрашно и принципиально провел переговоры по видеосвязи с любителем опасных авантюр господином Байденом. Даже забив нашему вождю видеострелку, трусливый заокеанский Джо пришел на нее не один. В ситуационной комнате с ним находились еще четверо, которые следили за тем, чтобы перепуганный Байден не наделал в штаны и не потерял сознание. И только наш, чисто конкретный, вел терки, находясь в реально рискованном одиночестве. Если драка неизбежна, бей первым по монитору. Смачно плюй во вражеский экран. Такой пацанской крутизны не помнит новейшая история. Никакие трусливые угрозы не были приняты нашим конкретным лидером. Наоборот, в противовес американским понтам была выставлена полная ракетно-ядерная распальцовка с многомахательными функциями, товарищи. Товарищ Путин вновь прочертил красные линии перед НАТО и США, подтвердив готовность жахнуть и мочкануть. Нам терять нечего. Руины многострадального Мухосранска не запугать вашими томагавками, а наши тихие подлодки у вас застрянут костью в глотке. Подарком от Деда Победа плывет в Сан-Андреас торпеда. За победу Путина! Дай Бог ему здоровья, чтобы он еще правил следующий срок. Правильно! Ура! Ура! Радостные прорывы случаются в нашей стране в самых неожиданных местах, товарищи. Появление африканского штамма коронавируса «Омикрон», возможно, будет способствовать развитию межрегионального туризма, сообщил журналистам в четверг руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Что касается внешнего туризма, то, по его словам, в Южной Африке пока действуют ограничения для въезда туристов. Других серьезных ограничений на зарубежные поездки пока нет. Но поскольку у россиян на зарубежные путешествия денег все равно нет, туризм будет процветать в направлениях Нижние Говнищи, Большие Бодунцы. Особой популярностью будет пользоваться боярышниковый круиз от хаты до аптеки и обратно. Таким образом, туристическая отрасль расцветет и запахнет всеми оттенками употребленного. «Не нужен нам берег турецкий, и шнапс нам не нужен немецкий, и скотч нам не нужен двойной, роднее по вкусу тройной». Владимир Владимирович Путин, это я, Тагусинского района Беляш. Ну, звать меня Димка Буханистов. Я просто тебя прошу, родной, такая ситуация, у меня ни матери, ни отца никого нету. Ну, есть у меня вот жена, звать ее Аня Казакова. Я хочу, прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Низкий уровень сознательности демонстрируют некоторые граждане. К примеру, жители Ростовской области не раз пытались пройти в торговые центры, предъявляя QR-коды ранее купленных товаров. Об этом с грустью сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. «Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», — сказал он на брифинге. «Вот у кассы хмурится мариванная курица. Рядом крутится мужчинка, как стиральная машинка. Но прикинуться утюгами и индюками удается далеко не всем. Некоторых вычисляют и строго удаляют из торговых залов.
Товарищи, не обманывайте охранников и самих себя. Предъявляйте настоящие человеческие QR-коды. Нельзя чихать на правила в период пандемии. Это же кошмарище и позор, товарищи. Больно было? Ну, если честно, конечно, все-таки больновато. Рэпер Роман Чумаков, более известный в миру как Жиган, высказался о проверке Следственным комитетом России творчества Оксимирона и Нойса МС на экстремизм. Артист назвал действия товарища Бастрыкина «мягкими» и призвал ведомство изучить треки и других рэперов, которые, по его мнению, негативно влияют на молодежь, а их тексты носят откровенно экстремистский характер. Жиган также предложил свой вариант наказания для таких исполнителей. Некоторых рэперов с их текстами я бы свозил в поселок Мирный, скидывал в шахту и бетоном заливал. Бастрыкин решил действовать по-другому, помягче, заявил Жиган, добавив, что ряды рэперов давно пора почистить. При этом Рома отметил, что не имеет претензий к творчеству уже проверяемых. «В верном направлении мыслит прогрессивный рэпер, товарищи. Чумакова на оба ихних дома, и Нойс МС, и Оксимирона. А мысль о сбрасывании в шахты можно развить и в отношении всей отечественной эстрады, товарищи. Вот летит Олег Газманов, вынув кукиш из карманов». За ним, как старая корыта, устремляется Лолита. Чтоб не показалось мало, туда же Пугачева Алла. Пусть будет им земля бетоном, и рэп накроется кобзоном. В пяти российских городах стартует первый международный фестиваль фильмов ужасов «Horror Fest». Мероприятие будет проходить с 9 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Это будет уикенд российских премьер редких фильмов ужасов, самых престижных мировых смотров, отметили организаторы мероприятия, добавив, что у некоторых из представленных картин нет прокатчика в России, поэтому увидеть их на большом экране соотечественники пока могут лишь на фестивале. Вместе со зрителями оценивать киноленты будет специальное жюри, которая возглавит актер и режиссер Данила Козловский. А если вы живете в других городах и не имеете возможности попасть на этот праздник хоррора, ужас все равно придет к вам, товарищи, в виде упырька полицейского или кровожадного главы администрации, а может быть в образе похмельного соседа с топором. Ужасы бодрят и приводят в движение, иногда даря жизнь, а иногда и отнимая. Тут уж как повезет. Ведь Россия — это сказка, только страшная. И нужно иметь мужество и отвагу, чтобы прожить ее до конца и не обосраться. С праздником ужасов вас, товарищи! Перефразируя ихнего Хемингуэя, скажем, наша страна — это ужас, который всегда с тобой.